Михаил Ефимович Катуков, советский военный деятель, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза, родился в 1900 году в крестьянской семье. Михаилу Катукову принадлежит честь первого крупного успеха советских бронетанковых войск в боях 4 по 11 октября 1941 года под Мценском. Его бригада во взаимодействии с другими частями сумела приостановить наступление 3-й и 4-х танковых дивизий вермахта, входивших во 2-ю танковую армию Гудериана, пионера моторизованных способов ведения войны, родоначальника танкостроения в Германии. Гудериан отметил: «Это был первый случай, когда огромное преимущество Т-34 перед нашими танками стало очевидным. От быстрого наступления на Тулу, которое мы планировали, пришлось отказаться. Несокрушимость бронетанковых сил вермахта была развеяна. Продолжение следует».